ущелье Сан-Венанцио. Это очень узкое ущелье, по которому течет река Атерно. Вот эта река. Туда пройти никак нельзя, только если по реке идти. Вот там, если бы мы поплыли по реке против течения, мы бы увидели малина. Поплыли бы между камнями и скал. Эта ямка выдолблена в скале. Здесь, очевидно, река была. Вот тут текла река. Но сейчас она намного меньше. И вот такая вот мелкая, как видите. Потому что там плотина стоит. Вот там дальше, в этом горлышке Сан-Венанцио, выше по течению реки, находится плотина. Вода тут очень чистая. В Абруццо вообще реки чистые.